Девочки, пока собрала все свои продукты из Project Pen. Нелегкое это дело. Девочки, короче, здесь, к сожалению, не хватает одного хайлайтера. Но это не так страшно, это хайлайтер от Астрата. Почему его не хватает? Потому что я его куда-то задевала. Я его на днях видела, но подумала, надо его положить на видное место. И все, я не помню, где он в закромах у меня лежит, но не на своем месте. Но там, должна сказать, что результатов особо нету, потому что я вам показала апдейт, и у меня после этого практически сразу лицо загорело, и он уже не подходил, он такой светленький, в белый уходящий, скажем так, оттенок. Самый популярный, мне кажется. Их там всего два, розовый и вот он. Поэтому мне вам показывать сегодня было бы все равно нечего. Так, давайте приступим. Но зато вот какие-то продукты исчезают у меня из проекта, какие-то потом появляются снова. Сюрприз! Девочки, так. Пудра самоспрессованная. Я думала, что я ее закончу, но не успела. Мое лицо опять же таки загорело, и мне уже пудра не подходит. Тут осталось реально вот чуть-чуть. Как только я посветлею, скорее всего, это будет в октябре, в ноябре, я однозначно ее закончу. То есть, ну и сегодня должна сказать, что у нас последнее видео перед тем, как будет финал, а-ля. Вот, короче, пудра, хорошие результаты, плюсик себе. Просто прекрасные результаты у меня вот в этом кубике. Вы видите, да? От этого оттенка практически ничего не осталось. От такого темно-коричневого ничего не осталось. И от розоватого осталось больше всего. И от хайлайтера вот этого белого. Ну, выглядит все неплохо, да? Надеюсь, конечно же, что за оставшиеся сколько? Октябрь, ноябрь, декабрь, 3,5 месяца, что у меня получится его закончить. Я оптимистично настроена. Если один бронзер получится закончить, я буду так счастлива. Второй бронзер, который я брала, я была очень пессимистична. Но, знаете, у меня загорело лицо, я начала им пользоваться поактивнее. То есть сначала у меня вот это активно было в использовании, а потом я подумала, ну, буду хотя бы шею замазывать. Потом у меня лицо загорело, я и лицо им периодически бронзировала, да. Тоже уже это Sun Club, девочки, но это только футляр. Я его размешала, потому что он был слишком красновато-оранжевый, не подходил мне совсем. Она мешала, и он стал более-менее на загорелую кожу замечательным. Девочки, я поразилась, когда я увидела вот это. На днях я была просто в шоке. Видите, здесь есть дырочка. Конечно, я понимаю, он хорошо спрессован, если вы посмотрите, видите, прям я очень старалась нажимать, поэтому продукта здесь много. Я не питаю иллюзий, у меня через месяц точно будет уже светлая кожа, и он мне не подойдет. В этом году я его не закончу, но хотя бы если будет донышко чуть-чуть побольше, еще чуть-чуть побольше, то я буду уже счастлива. Вот у меня осталось месяцем попользоваться, и все. Но донышко есть уже. Потому что я думала, это будет бесконечное. На несколько лет, думаю, будет бронзер. Так. Попользовалась, но потом отложила вот это в пользу других румяшек, которые я из брала из косметичек. Мне хотелось попользоваться другими румянами, потому что, несмотря на то, что здесь по краям, девочки, он такой пигментированный, его много не надо. Да, вы видите, вот это вот у меня уже, она практически плоская. Здесь, если вот так вам покажу, здесь уже практически ничего не осталось. Уже дырочки, видите, вот это вот прослеживается. Но вот эту часть будет очень тяжело заканчивать. Не уверена, девочки, смогу или нет. До конца года, хотя, казалось бы, уже почти полупустой, да? Это Манхэттен у меня. Так, давайте здесь пройдемся. Это палеточка от Essence, которая называется Eye and Face Palette. В оттенке у меня 01. Тут хочу закончить вот этот хайлайтер и румяна. С последнего апдейта немного что изменилось, потому что, опять же, кожа у меня загорела. Вот этот слишком светлый стал, и румян тоже не особо видны были. Поэтому вся надежда на осень.
тени, девочки. Я тоже как бы автоматически их включила в Project Pen, раз уж палеткой пользуюсь. Но, конечно, они очень хорошо спрессованы. Хотелось бы, конечно, до дна добраться, хотя бы вот в этих двух, в коричневых, даже не мечтаю. Но, не знаю, не уверена. Посмотрим. Ну, а так оттенки, девочки, оттенки классные. Мне очень нравится. Хотя сочи скромные, ну ладно. Так. Салфетку не подготовила. Так. Вы знаете, поняла, что была большой ошибкой брать вот эту палетку в Project Pen, чтобы ее затереть и выбросить. Нереально, девочки. Тени. Это Too Faced, да, вы видите. Cat Eye, оригинальная палетка, когда-то урвала в Токомаксе. Пигментация очень хорошая. Помол невероятно мелкий. Спрессованный невероятно плотно. На данный момент у меня даже нет углублений. У нее немного потертый вид, да, мне кажется, это заметно, ну, по крайней мере, по вот этим средненьким. Но вот тут никаких углублений. Ну, вот тут чуть-чуть есть, при том, что я часто беру ее припудривать веко. Вот отсюда не так часто, но рефилы маленькие, и все равно. Девочки, чтобы закончить и выбросить эту палетку, нужно как минимум года три. И намного чаще ее использовать, чем я. Я же этого не делаю, потому что мне хочется подарить любовь и палеткам из косметичек месяца. Поэтому дай бог, чтобы у нее был чуть более затертый вид. Такие результаты пока. Naked тут намного лучше дела. Но почему? Потому что палетка уже была на самом деле немного затертая к началу моего Project Pen. И я не хочу ее закончить. Не хочу. Я хочу ее чуть-чуть затереть, чтобы видно было, что я ее пользовалась хорошо. А у меня углубление вот в этом золотом такое хорошее. Сейчас я немножечко увеличу. Мне кажется, тогда вам будет лучше видно. Так, вот. Вот в этом хорошее углубление. Вот в этом появилось хорошее углубление. И чуть-чуть вот в этом оттенке, вот тут, Dark Horse, вот в этой стороне чуть-чуть ямочка, небольшая. Все остальные вы видите как новые тенюшки. Да. Ну, хотя бы оно мне теперь часто в использовании из-за Project Pen, и дарю ей любовь, как могу. Палетка легендарная Naked Urban Decay. О, боже мой, сколько у меня связано с ней воспоминаний, девочки. А, любовь, любовь к косметике. Так, и что я никогда не включала? Ну, эти помады, если помните, прошлые мои Project Pen, которые, к сожалению, были фиаском полным, был у меня помадный Project Pen. И, наконец-то, результаты. И некоторые я уже, считаю, отправлю в пустышки. В финале их не будет, девочки. Так, 0,71. Сломалась. Сломалась помада, но я ей очень хорошо попользовалась, то есть тут помада осталась мало. И появился механический привкус. Привкус и запах. Все. Это для меня это намек, пользоваться уже нельзя. Поэтому отправляется в пустышки. Но я рада, я ей очень активно попользовалась. Наверное, больше любви ни одна помада у меня в коллекции не получила. 0,89. Девочки, это была самая часто носибельная помада за все лето. Начала я, наверное, с мая ее активно носить, и вот закончила сейчас. Опять же таки, у нее начал меняться вкус. Помаду мы, простите, ну, жуем практически, да, слизываем и так далее. Поэтому нет, все, носить ее не буду. И лето закончилось, оттенок исключительно летний, поэтому все, она уходит. До следующего лета, к сожалению, она не доживет, не дождется меня, испортится. Ну, сколько этим помадам лет? Наверное, лет 6. Поэтому, да, у меня есть и старее помады, девочки, у меня есть старее, но у них нету ни вкуса, ни запаха никакого. А вот когда помада меняется, то нет.
Так, эта помада 062, она ломалась. Это необыкновенно красивый красный оттенок, такой чуть-чуть с морковным. А-ля ретро 60-е. Поковыряла. Она у меня сломалась. Но еще было достаточно помады. Я ковырялась, ковырялась. Теперь все. Доковырялась. Здесь можно было бы еще, наверное, миллиметра 4 поковырять. Но нет, уже тяжело. И у меня много красных помад, поэтому прощаюсь с ней. Пойдет в пустышки. Так, это оттенок 084. Тоже ковырять что-то мне ее не очень хочется. У меня такие оттенки есть. Я активно попользовалась ею. Все. Уходит помада в пустышки. Помада, в которой у меня чудесный результат, но я ее еще попользуюсь. Это Манхэттен в оттенке 900. Вот. Результат классный, но я хочу, чтобы вот эта верхняя часть ушла. Поэтому она пока остается в проекте. Буду ее дальше пользовать. Девочки, это весь мой Project Pen. Затягивать дольше не буду. Следующий будет уже где-то в декабре, в январе. Финал будет. Всем вам хорошего дня и до следующего видео. Всем пока-пока.